Президент Сооронбай Жээнбеков подписал 4 указа о приеме в гражданство республики и о выходе из него. Из них 3 указа президента о приеме в гражданство Кыргызской республики на 973 человека, большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину, и 1 указ о выходе из гражданства на 238 человек.